Военнослужащие российских вооруженных сил, руководство вашей страны бросило вас в преступную, бессмысленную и несправедливую войну против Украины, которая никогда не угрожала Российской Федерации. В этой войне у вас нет никаких шансов победить. Вы это уже увидели за последние полгода. Однако у вас есть шанс остаться в живых и с достоинством вернуться домой. Мы предлагаем вам два варианта. Первый. В составе подразделений отказаться от продолжения участия в специальной военной операции, сославшись на некомпетентность командования, отсутствие необходимого обеспечения, неисправную технику, рост заболеваний, отсутствие ротаций на протяжении длительного времени. Второй. Сдаться в плен вооруженным силам Украины, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования. Со своей стороны, мы гарантируем соблюдение Женевских конвенций по отношению к военнопленным. Трехразовое питание, медицинское обслуживание, юридическое сопровождение со стороны международных организаций, связь с родными через Красный Крест, быструю возможность вашего обмена на военнослужащих украинских вооруженных сил, находящихся в плену в Российской Федерации. Также мы гарантируем, что все, добровольно сдавшиеся в плен, будут оформлены как попавшие в плен в бою, что сохранит для вас все выплаты и льготы, положенные для российских военнослужащих, и защитит вас от преследования российских спецслужб. Выбор за вами. Командование Вооруженных сил Украины.